турнир проходит же 4-й раз, фактически он стал ежегодным, надеюсь, он будет проходить всегда. Наверное, вот вопрос, многие задают вопрос, а почему футбол? Ведь заниматься спортом не обязательно, чтобы быть чемпионом, да? Важно просто заниматься спортом, даже просто физкультурой. И вот футбол можно играть в любом возрасте, начиная там уже, вот стал ходить, все равно уже мяч пинаешь.